2 июля 2017 года, воскресенье. Всем привет! У меня случилась неприятность. Сломался мой фотоаппарат. Когда его починят, я не знаю. И починят ли вообще. На телефоне у меня, к сожалению, не очень хорошая камера, но тем не менее я попытаюсь сегодня вам показать, какое море на Продмаше. Сегодня волны, утром была гроза, гром. Хотели утром поехать на пляж, но, естественно, в такую погоду не поехали. А после обеда выглянуло солнце. Мы все-таки решили отправиться на пляж. Воду я еще не трогала. Не знаю, теплая, холодная. Но людей много. Очень красиво волны. Сейчас пойду потрогаю воду. Вода очень теплая. Весь июнь была холодная вода. Ну, прохладная, по крайней мере. А сегодня теплая. Очень большие волны на Продмаше, что не часто бывает, так как тут довольно мелко. Солнышко за тучи спряталось. Тем не менее, сейчас поставлю телефон и пойду поплаваю. Все, пока, до новых встреч.